Уважаемые гости, приветствуем вас на торжественной церемонии бракосочетания. Уважаемые Данил и Ольга, сегодня самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни. Стремление найти свою вторую половинку живет в каждом из нас. У вас есть то, что ищут миллионы людей. Это любовь. Именно она соединяет сердца и судьбы, мысли и стремления на пути к великому искусству супружеской жизни. С этого дня вы пойдете рука об руку вместе. Перед государственной регистрацией брака прошу вас ответить, является ли ваше желание стать супругами. Прошу ответить женихам. Да. Ваш ответ, невеста. Да. Я вас приглашаю в записи акта о заключении брака. Расписывайте здесь и здесь. В 2014 году в Кутузовском отделе ЗАГС Москвы ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Знак ваших самых светлых чувств подарите друг другу обручальные кольца. Уважаемый супруг, я вас поздравляю. В подтверждение семейного союза вручаю государственный документ, свидетельство о заключении брака. Будьте счастливы. Поздравления гостей, прошу. Поздравляйте, поздравляйте. Их вместе. Могу сам. Спасибо. Да, я тебя один раз. Можно даже несколько раз. Вот я вас поздравляю. Давайте все вместе с ней. Оставайте музыку. Так, молодые в центре. Давай разу. А вы его покажите. Нет, мы просто его будем держать в руках. Вы полшага вперед сделаете. Вот так. Хорошо. Все, отлично. Можно теперь не так сурово, помягче. Пожрать еще. На меня. И еще раз. Хорошо. Стойте, секунду. Вот. Спасибо, счастья вам, удачи. Спасибо. Вы прошли первыми выпали в зал.